Красноярске задержали пьяного водителя автобуса. Сейчас в краевом центре проводят рейды. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей на наличие необходимых документов. Накануне сотрудники дорожной полиции остановили автобус номер 49. При проверке водитель вызвал подозрение. Мужчине предложили пройти тест. Оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,33 промилле. Причем в салоне маршрутки водитель вез пассажиров. Теперь ему грозит лишение прав на 2 года и штраф в размере 30 000 рублей.